Милиция просит Мазыряна содействии. В ночь с 29 на 30 октября с дискотеки во Дворце культуры «Строитель» один из посетителей ушел в обновке, чужой кожаной куртке, в кармане которой были паспорт и доллары. Владелец в порыве танца пропажу обнаружил, когда уже было поздно. Кстати, кожаная куртка того, кто ошибся, до сих пор одиноко висит в гардеробе. Если вы узнали на видео мужчину, просьба сообщить об этом по телефонам 8029 750 0959, 8029 734 34 64 или по короткому номеру 102.